В областном центре активно работают прививочные пункты в торговых домах «Рио», «ЦУМ», «Кристалл», «Мечта» и в центральной мечети. На сегодня в прививочный пункт в торговом центре «Рио» доставлено 120 доз вакцины. По первому компоненту вакцинировано около 30 человек, по второму – более 40 жителей. Я делаю первую прививку. Уважаемые казахстанцы, это необходимо для того, для нашей здоровой жизни в Казахстане и вообще для того, чтобы обстановка очень наладилась. Сегодня получаю второй компонент. Никакого вреда здоровью нет. Нужно вакцинироваться и беречь здоровье. Каждый желающий получить вакцину может обратиться к участковому врачу. В поликлинике вас добавят в список, после чего вы сможете получить прививку в порядке очереди. Номер очереди будет отправлен посредством СМС-уведомления. Также Минздрав запустил новую услугу – регистрация на вакцинацию на портале электронного правительства. Муслима Асхатова, Тлек Кайржан, Медет Кайркенов, Кокши Ахпарат.